И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем играть в игру под названием Saurian. Больше полгода я не снимал прохождение данной игры, и мы где-то, по-моему, закончили на той серии, когда наши милые трицератопсы из Хэтчи превратились в джувов. Наши родители нас покинули и со своим братом либо сестрой мы остались только вдвоем в этом опасном мезозойском мире. Я помню, да, я остановился, по-моему, вот где-то именно на этом месте, где ходили у нас и игуанодоны, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, конечно, если это... Зачем ты толкаешься? Больше похоже, конечно, это на шант. Но не уверен. Хотя, возможно, и шанты. Так, нам нужно что-нибудь поесть, что-нибудь попить. Какими будут сегодня страшные или не страшные наши приключения? Я вообще пока без понятия. Насколько я помню, в болотах обитают дейнозухи. Но мне нужно попить. Это 100%. Иначе мы умрем от жажды и от голода. Да, посмотри, вот крокодилы прям-таки уже... Они уже нацелились практически на меня. Они так и ждут, когда кто-нибудь зайдет в воду, да, чтобы его съесть. И утащить под воду. Да. Мне нужно напиться. И чем быстрее, тем лучше. Ого, нифига себе, вот этот дождь впорол. Я, кстати, видел, что мой собрат пытался переплыть на ту сторону. Но на половине пути он остановился и переплыл обратно. Все-таки он понимает, что опасность в воде существует. Ну, игуанодоном. Какие-то обычные дейнозухи не так страшны, я думаю. Тем более, посмотри, какая их там пачка. Так, а еще мне что-то нужно поесть. Причем, чем быстрее, тем лучше. Вот эти кустарники мы можем поедать? Да, мы можем поедать. Это даже не кустарники, а... Скорее всего... Какой-то папоротник или что-то в этом роде. Да, из хэтча... Из маленького хэтча до роста... Такого джува довольно-таки быстро я вырос. Всего лишь какой-то один год. Ну, опять же, как я говорю, всего лишь один год. Но опасности могут быть везде. По крайней мере, в воде. Это первая угроза сейчас для нас. Я представляю, если увидеть и встретить какого-нибудь Рекса, то все. Здесь явно нам не сдобровать будет. Посмотри, как он поедает листья. Довольно-таки очень мило. Давайте набьем полный сейчас желудок практически. Я думаю, вот это вот даже будет уже насыщение. Все, отлично. Ну, я так понимаю, чем мы будем становиться больше и крупнее, мы будем нуждаться в пище. Также все больше. Можно прибиться будет к какому-нибудь стаду травоядных. Кстати, я не знаю, если мы прибьемся сейчас к этим гуанодонам, я надеюсь, они не начнут нас атаковать. Хотя я проходил тот момент, когда, по-моему, с какими-то тоже травоядными я был. С Австра или Галимимусе, ну что-то наподобие того, я не помню точно, как... Они называются здесь. И, блин, они пытались меня атаковать. Это вообще катастрофа была. Так, ты не можешь есть этот папоротник? Я понял. Можно будет куда-нибудь мигрировать, но нужно дождаться... Блин, я говорю еще раз, роста. Посмотри, как он мило передвигается. Да, его вес сейчас где-то, наверное, около килограмм. Ну, 200, это точно. А рост? Ну, метра полтора.
Высоту. Это 100%. А можем есть вот этот папоротник? Да? С легкостью. Мы с легкостью можем поедать его. ХП у нас полное, это прекрасно. Я еще помню, что крокодилы могут, блин, по-моему, выползать также на сушу и ползать по ней довольно-таки очень быстро. Это что? Что за опоссум? Я надеюсь, он не причинит нам вреда, иначе я его атакую. Давайте атакуем его. Я понимаю, что это мелкая мышь, но все-таки. Вдруг какая-нибудь бешеная мышь и начнет нас, блин, кусать. О, боже, она погибла с таким стоном, с таким криком. Мне даже жалко стало ее немножко. Ну ладно, будет хорошей закуской для каких-нибудь хищников. Им даже не придется ее ловить. Это здорово. Наш маленький племянник ходит рядом. Кстати, я смотрю, вроде бы бег не влияет на наши калории. То есть всего лишь, что мы сейчас можем делать, это, блин, ходить и поедать все подряд. Давайте попробуем прибиться к этим, к ягуанодонам, все-таки, ладно. Я надеюсь, я не умру. Надеюсь, что меня не убьют. ДНЗ-ухов нету на пляже, это прекрасно. Я так понимаю, наш собрат тоже хочет все-таки прибиться к этому стаду. По идее, зачем им атаковать нас? Вот именно, незачем, мы такие же травоядные. Я не пойму, то ли это какие-то бревна плавают, а то ли это дейнозухи. По-моему, это бревна. Ну что же, сейчас будет очень опасный момент. Наш тройчонок медленно передвигает свою тушку в воде, и если сейчас из воды попытается вынырнуть какое-нибудь страшное существо. Посмотри, она идет за мной. Да, она идет за мной, это здорово. Давай, сестренка или братец, иди ко мне. Прибьемся к этим травоядным. Они очень довольно-таки, я смотрю, миролюбивые вроде бы как. Я так понимаю, это зов. Опасность. Но мне кажется, она слишком далеко, поэтому она не слышит. Но вроде бы она пытается сюда. Да, она пытается идти к нам. Она бежит. Она бежит, бежит, бежит. То есть все-таки, наверное, скорее всего, я буду главой этого семейства. Семейства трицератопсов. Ну, маленькая, иди ко мне. Нет, она не хочет. Но мне лучше, конечно, по идее, держаться стада. Мы прибились к стаду ягуанодонов, и это классно. Подожди-ка. Опции. Это то есть, по-моему, только в меню можно рассмотреть название всех этих динозавров. Я уже точно не помню. Да, по-моему, только в меню. Да, они не агрессируют, это очень здорово. Слушай, а если сейчас здесь нам просто заночевать? Что у нас по росту? О, мы Джуф. Нам уже 2 года. Здорово. То есть день идет за 2 года. Папоротник. Мелкий папоротник. По-моему, он не кусается. Блин. Это очень плохо. На всякий случай я бы, конечно, сейчас сохранился. Что они здесь делают? Ночная баня, что ли? Ночной душ у вас такой, что ли, ребят? Что вы делаете? Ну что же, давайте поспим. Если сейчас меня утащит под воду какой-нибудь дынозух, это будет катастрофичным провалом. Я подрос? По-моему, я немножко подрос. Посмотри, какие у меня пятнышки стали на теле.
Так, ну также мы и остались Джоом 2 года. Это что за существо? А, это мой собрат. Это мой собрат. Ой-ой-ой-ой-ой, вот только вот этого мне не хватало. Да, там хищники. Это очень плохо. Я не знаю, что я смогу, конечно, сделать на Джуве. Но, надеюсь, они не будут на меня нападать. Я хочу вернуться к своему собрату. Быстрее. Слушай, мне нравится эта выживалка. Ребят, если хотите, чтобы я продолжил снимать, пожалуйста, пишите в комментариях. Да. Будет неплохо, кстати, вырастить огромного трицератопса и уже сразиться даже с какими-нибудь, блин, опасными хищниками. Почему нет? Так, наверное, я пойду сейчас попью. Так, довольно-таки много ты уже стал есть. Моя тушка, моя большая тушка. Представляешь, сколько ела эта махина? Зайти глубже в воду. О, посмотри, это... Так, Дакота Раптор, я надеюсь, на нас не нападет. Это что-то более похожее на дриозавра. Реально, это... Это что, это дриозавры? Подожди, я хочу рассмотреть их поближе. По-моему, да, это дриозаврики. Малыши-дриозавры, давайте погоняем их. Давайте просто погоняем их. Да не бойся, я же не обижу вас. Ну что, вы такие милые. Ну, наше потомство когда-то развивалось здесь. Родители нас покинули, и нам придется раститься именно у этой реки, а в дальнейшем уже совершать какие-то более большие путешествия, более далекие. Так вот, Раптор, я думаю, не осмелится просто на нас даже напасть. У него не хватит смелости. Все-таки он понимает, что он, блин, мы хоть и Джув, но пернатого на рога насадим. Да. Это точно. Ну что же. Наше новое путешествие только начинается. Всем, кому понравилось, пальчик вверх. Подписочка на канал. Так. Подожди. Как вот все-таки действует этот дисплей? То есть я крикнул... Ну, маленькая самочка, по-моему, реагирует. Да, она реагирует на наш крик, но... Стой. Может быть, подойти ближе? Где она? Вот она. И указать на нее? Я все-таки напоследок хочу проверить это. О боже, я, по-моему, влюбился в эту игру. Ну, было бы, конечно, клево, если будут в дальнейшем какие-нибудь опасные даже приключения. Это будет невероятно здорово. Так, социалка. С этим, наверное, надо мне будет подразобраться немножко. Потому что я уже не помню всю суть. Да. Ну что же, ладно, давайте оставим нашего Трайка Джува, которому уже 2,5 года почти. И скоро мы станем совсем огромными и отправимся на далекие приключения. Если понравилось видео, пальчик вверх, подписочка на канал. Пока-пока, до новых встреч. Пока.